Не знаю, друзья, помните вы или нет, но относительно недавно я как-то вскользь упомянул информацию о том, что мне хотелось бы отыграть Викинг-лигу за МЛС-ку. На тот момент мне эта идея показалась интересной. Все-таки много классных спешл-карчик. То есть в целом команда на бумаге выглядит симпатично. А на деле, собственно, сейчас мы и выясним. Изначально я решил пойти в Викинг-лигу вот таким вот сквадом, который сейчас вы видите на экранах. Блэк на воротах, Апара, старый проверенный приятель, два крайка, вроде бы прикольных, Нани, Аспинозола, или как его там зовут, Матюиди, Росси. Ну и, к счастью, в свое время я собрал себе До Сантоса, поэтому именно он играл на позиции центрального полузащитника. Первые 4 матча я играл не за МЛС-командочку, поэтому я стартовал уже то ли с 6-го, то ли с 7-го матча, но это не суть важно. А важно то, что я собрался, настроился, начал там тактики, схемы крутить. Я был более чем уверен, что меня ждет веселое приключение. Да и, собственно, так и получилось. Друзья, сегодня сборная Англии сыграет против сборной Шотландии, и есть у меня небольшая чуйка, что обе команды забьют, поэтому я заряжаю именно на этот прогноз. Свою ставочку можете делать по закрепленному комментарию у моих спонсоров легальной букмекерской конторы BetBoom, а мой промокод PANDA принесет вам до 2000 фрибетов. И не забывайте про акцию: если ваша команда ведет 2 мяча, то ставочка автоматически засчитывается как выигрышная. Ну и не забывайте, друзья, про мой личный сайт по продаже монет PandaCoin, да, именно так он называется, ссылочка будет в описании. Первый же матч, первый же соперник, и вы просто посмотрите на этот сквад. Как вы думаете, испытал ли я проблемы с этим соперником? Собственно, 4-я минута, мой центральный защитник обосрался, не забивает с навеса, и что вы думаете? Я попал в шоу-танцы. Чел сразу же начинает дэнсить, вы понимаете, да? 2-я атака, 8-я минута, мой центральный защитник снова обосрался, соперник забивает, и что вы думаете? Соперник опять начинает дэнсить, блять! Вы прикиньте, как... На тот момент у меня полыхало очко. Типа, первый матч в Викинг-лиге за МЛС-очку. Залетаю такой с хорошим настроением. И мне этот ублюдок забивает 2 гола и начинает дэнсить. Один голешник мы отыграли на 23-й минуте. И заметьте, я скипаю. L1, R1. Ну и, собственно, на 35-й минуте мне Мюррел оформляет очередной голешник. И что вы думаете? Он опять дэнсит. Он опять, блядь, дэнсит. Хотя при этом я пропустил гол. Ну и на 42-й минуте у нас тут пеночка подъехала, я реализовываю ее и решил тоже принять участие в этом дэнс-баттле. Типа, почему бы нет? У меня руки есть, ноги есть, тоже потанцуем. Итак, внимание, друзья, 50-я минута. Тут проходит такой идеальный пас на До Сантоса, и он так филигранно чик и 3-3. Вы чувствуете, да? Чувствуете, подъезжает камбэчная. Апара делает шикарный отбор на 54-й минуте, но мяч остается каким-то хером моего соперника. Мой ЦЗшник проваливается, вратарь снова сосет, и счет 4-3. Что это, блядь, был за матч? И он опять, блядь, танцует. У меня реально уже без шуток ехала крыша от того, что происходило в этом матче. А это только первый матч за МЛС. 71-я минута. Мой ЦЗшник снова обосрался, и счет становится 5-4. И тут уже надо было что-то предпринимать, потому что этот черт Галима опять начал, блядь, танцевать. И на 77-й минуте, ребята, я делаю очень важную замену. Я выпускаю Игуаина, который дико мне нравится в этой части FIFA, и он оставляет надежду на то, что я все-таки накажу эту мразь. Ну и что вы думали, ребята? 89-я минута. Игуаин выходит практически 1-1. Он уже в штрафной, в дальний угол, и это 5-5. Естественно, я снова демонстрирую свои прекрасные движения. При счете 5-5 доходим до пенок. Тут тоже 5-5. И по итогу это, к сожалению, луз. Не самый лучший старт, кто-то скажет. И, в принципе, вы будете правы. Друзья, без шуток, я пересмотрел каждый гол. И в каждом голе вот этот Джонатан творил какую-то хуйню. Вот смотрите, почему бы не подойти к центральному защитнику, который сейчас хочет нанести удар? Нет, он обошел, стал сзади и начал, блядь, творить какую-то залупу. Я в этот момент понял, не, у этого парня интеллекта точно нет, его надо убирать. В принципе, после этого матча мне ничего не оставалось, как поставить Вагнера на позицию центрального защитника, потому что ну его нахрен. К сожалению, такой мув нельзя было сделать с голкипером, пришлось доигрывать с ним до конца. Ну, просто, чтобы вы понимали уровень моего голкипера. Вот стоит ли что-то вообще говорить? Просто чел из-под острого угла пропускает в очко. Хотя по итогу этот матч, в принципе, не вызвал у меня каких-то сложностей. В нем мы выиграли 3-1 благодаря дублю Нани. Следующий соперник ждал нас вот с таким вот составом. Гомес, Уолкер, Яшин. В общем, заряженный такой составчик. Но по итогу он вроде тоже без каких-либо сложностей отлетел от меня. Какой же пиздатый гол здесь мог забивать Нани? Вы посмотрите, штанга, но идеальнейший отскок на ногу, конечно, помог мне в этой ситуации.
в этом матче, ну, не без сложностей, скажу вам честно, я выигрываю. До Сантос снова отличается, прошу заметить. Вы уж извините, что я вот так вот колхозно преподношу информацию, а-ля, о, я отыграл матч, о, здесь я забил. Ну, просто я не волк, я не смог FIFA, я не умею делать какие-то интересные словосочетания, я не пишу сценарий к своим роликам, поэтому сори. Пацанам дикий респект за то, что они так умеют интересно преподносить то, что с ними происходило в Weekend League. Я, к сожалению, не обладаю таким скиллом. В любом случае, ссылочки на пацанов оставлю в описании, они это делают намного интереснее, поэтому обязательно перейдите и чекайте их контент, я вот прям с кайфом смотрю, соответственно, чего и вам желаю. Да, вот такая внезапная реклама подъехала. Забавно получается вообще в целом, что по ходу всей Weekend League у меня были большие надежды конкретно на Нани. Но по итогу с какого-то хера практически в каждом матче у меня MVP был конкретно вот этот Росси, 92-й рейтинг. Уругвайец, у которого просто шикарные статы. На Кубке Фиферов надо будет присмотреться, так скажем, к сборной Уругвая. Все-таки там есть Суарес, там есть Вальверде, там есть опять же тот же Росси. Тут я просто нахрен выпал. Ну и начало у меня, конечно, было максимально прикольное. Росси бежит в атаку. Тут делает боди фэнт. И что вы думали? Вот такой вот лонгшот кладет в девятку. Просто браво, Росси, респект. Естественно, не очень долго мы радовались, потому что у него есть Тоти Мбаппе, дрэгбэги, всякие штучки-дрючки, а у меня на воротах что есть голкипер, что нет, как бы за всю Викинлигу, дай бог, он там два сейва сделал. В целом, до 30 какой-то минуты даже какая-то интрига была, Росси тут оформляет дубль, да, вот так он забивает, но в целом, сами понимаете, чем все у нас кончилось. Просто 7-2 и... тут без шансов. Все-таки состав плюс скилл соперника дали о себе знать. Дальше у меня было какое-то потное дерьмо. 2-3 проиграл. Вот больше всего я ненавижу такие матчи, где ты ведешь по ходу матча 2-1, потом 2-2 и по итогу 3-2 и ты отлетаешь. Бывали даже такие матчи. 90-я минута и просто счет 1-0. 1-0 на протяжении всего матча. А как вам такое, ребята? 53-я минута и я выигрываю 4-1. 53-я минута. 4-1. Казалось бы, запас просто охереть какой. Я должен забирать этот матч. Все, что нужно знать про эту игру. Я просто ввел 4-1. И в какой-то момент у меня как будто нахрен все отключилось. Игроки перестали бегать, защитники играли как говно. Ну, голкипер в принципе играл как говно всю игру. Но так или иначе, как такое получается, я не понимаю, что в одном матче я просто 1-0 играю, во втором с 4-1 улетаю на 5-4. Ну, тут, конечно, я тильтуху уже знатную поймал, и у меня после этого пошел еще один луз. Потом после луз-стрика у меня пошел вин-стрик, я выиграл 2 матча подряд. Ну, а тут, конечно, разъеб команды мне встретилась в какой-то момент. Неймар 96-й. Ну, типа, 11 лямов чел стоит, чтобы вы понимали. Но, в принципе, меня это не сильно волновало, поэтому этот чел просто отлетел 3-1. Тут я уже почувствовал какую-то уверенность в том, что я могу обыгрывать такие команды, где играет Неймар за 11 миллионов. Ну и действительно, в тот момент я воодушевился, и у меня был винстрик из 3 побед. Спасибо, так скажем, Росси за это. И потом мне встречается вот это вот. 95-й Марадона, 98-й Роберто Левандовский и Зубастик 96-й. И в этот момент я подумал, ну все, ГГ, прощайте. Ну и этому сопернику хочется сказать одно. Храни тебя Господь. Просто огромнейший респект таким вот соперникам. Он просто забил себе гол, ливнул и подарил мне результат в 14 побед. И, собственно, в этот момент я почувствовал, что это знак, нужно останавливать. Я поблагодарил парня и просто раздал все остальные матчи, которые у меня были. Да, я там в теории мог сделать какое-то золото 1, но золото 3, золото 2, золото 1 это плюс-минус все один и тот же ранг, поэтому я не стал сильно дальше напрягать свою задницу. Ну и давайте, ребята, финальный вердикт по составу, состоящий из карточек МЛС. Блейк официально худший голкипер, которым я играл в FIFA 21. Тинер Холм, 26 матчей, 1 ассист. Что был он, что его не было, вообще не заметил эту карточку. Вот как-то вот невзрячий выглядел абсолютно парень. И туда же Лима у меня уходит. Как-то вот Крайко в этом составе я не заметил. Не знаю, может, я акцент сделал просто на другие карточки, поэтому их не замечал, не знаю. А вот кого я заметил, так это Ики Опара. Реально, я был приятно удивлен, что даже в июне этой карточкой вполне себе можно играть. Да, уже, наверное, не так имбово чувствуется его скорость, учитывая, что у каждого нападающего скорость за 90. Отбирал, боролся, подкаты крутые делал. То есть Опара — это вот та карта, которая реально меня удивила. 82 рейтинг, и при этом он играл на все 90. Ну а Вагнер — это просто лютая срань. 1,82 м, у него вроде сила там еще не самая огромная была. Поэтому было ошибкой ставить его на позицию центрального защитника. Но там был тот хер с непроизносимой фамилией, который был в 3 раза хуже. Поэтому шило на мыло, как говорится. Вот До Сантосу респект. В принципе, он круто отыграл. Он меня и до этого играл за какие-то разные составы. Видите, что отыграно 60 матчей. В этой Викинлиге он забил 2 голешника, отдал кучу ассистов. И в принципе, карточка остался доволен, но не считая одного аспекта. Это его сила. Его все отталкивали, все пихали, все пиздили. И в целом у меня
не было, так скажем, разрушителя, который мог бы такой встать и сказать: «Эй, съебался нахуй». Рядом с ним стоял Матюйди, который, в принципе, мне понравился. Выгрызал, бегал, отнимал. Но, опять же, вот не чувствовал я вот в этой модельке какую-то силу, какую-то мощь. Не знаю, может, из-за не самого высокого роста или из-за того, что на дефолтной модельке у него, в принципе, сила указа не особо большая. И типа, а-ля, сколько ни крути там силы к модельке, сильнее она не станет. Я не знаю, но вот центр поля в одно время мне и понравился, и не понравился. На правом фланге у меня бегал Эспиноза, и это одна из тех карточек, которая меня реально удивила. То есть я думал, это будет какой-то дефолтный чел, который будет ничем не примечательный, но по итогу 8 голов и 8 голевых передач. Учитывая, что, опять же, он бегает на фланге, имеет всего лишь 3 на финтиках, я думал, что это будет лютейший провал. Но при этом, как видите, забивал, отдавал ассисты, и, в принципе, этой карточкой остался доволен. Руи Диас играл на позиции левого полузащитника. Тут у меня было небольшое смещение, она не становился на форварде, а Руи Диас бежал на ЛП. За 22 матча он забил 6 голов, отдал 4 голевые передачи. Тоже, в принципе, окей, но от него, наверное, я ожидал чуточку больше. Все-таки статы у него определенно круче, чем у того правого полузащитника. Но в целом, опять же, стоит он 49 тысяч, какие к нему могут быть вопросы. А вот вопросы у меня были к Луишу Нане. Да, он за 22 матча забил 19 голов, отдал 12 голевых передач. Это, в принципе, неплохо. Но, наверное, меня все-таки загубили слишком уж большие ожидания от этой карточки. Не сказать, что я от нее прям дико кайфанул. В первую очередь, какой-то несуразный дриблинг. Я вот реально не понимаю, в чем прикол. Может быть, это какие-то мои внутриигровые проблемы. Но почему-то мне показался каким-то неповоротливым, не до конца ловким. Я не знаю, может быть, баланс 89 так сказывается. Но еще больше вопросов у меня возникли к его ударам. Завершение 87. Это не самый топовый показатель на данный отрезок времени. И он, в принципе, сказывался в некоторых моментах. Не забивал какие-то там ультраочевидные моменты. Но при этом, да, он бегал, да, забивал красивые голы. Там ассисты, опять же, сделал. Импакт от этой карточки был, но, наверное, я слишком многого ожидал от такой карты 5+5. Ну и, опять же, финишинг не на топовом уровне, и это меня расстроило. А вот кто меня реально удивил, так это Диего Росси. Кто такой нахрен этот Диего Росси, спросите вы? Да хрен его знает, отвечу я вам. Потому что до этого момента я вообще понятия не имел, что это за тип такой. Практически каждый матч вытаскивал мне этот чел. Если будет возможность взять сборную Уругвая, я обязательно возьму. И в первую очередь ради карточки Росси. Ну и во вторую ради Суареса, ну и в третью ради Вальверда. Я даже не знаю, что еще говорить про эту карточку. Бегает, забивает, финтит, дриблит. Я не знаю, что тут еще добавить. Ловкость 99, баланс 99. Я только сейчас, кстати, на записи видоса начинаю замечать вот эти вот невероятные статы. Выносливость 99, завершение 98. Ну это реально бист карточка. Если бы он играл в какой-нибудь условной английской премьер-лиге, я думаю, он бы стоил миллиарды. Ну и подводя итоги, скажу, что это, наверное, была пока что самая больная викинг-лига. Даже с итальянцами мне было легче. Напоминаю, что у меня там 20 побед было, а тут я просто до 14 доиграл. Такой, блять, все. С меня хватит. Учитывая, какие матчи я давал, учитывая, какие лузы я получал, опять же, смотря на эту защиту и на вратаря, каждый раз было страшно начинать матчи. Но при этом были и приятные моменты. В частности, Росси меня удивил, Апара, да и, в принципе, наверное, все. Ну, если брать вот какие-то вау-эффекты конкретно. А в остальном, конечно, команда... срань. Давайте будем честны. В наше время, так скажем, можно собрать что-то и поприкольнее. Собственно, свои идеи по викинг-лигам вы можете предлагать в комментариях, а мы, собственно, едем открывать награды за викинг-лигу. 14 побед. Не самый высокий результат, но вы сами понимаете, как это все работает. Так, а что это тут у нас? 10 редких игроков с общим рейтингом 83+. Так, волкаут есть, это уже радует. Зеленая, может, нет, это не зеленая, это обычная карточка. Понятно, Коста-Рика, до свидания. Так, ну что, ребята, ради чего мы потели в этой викинг-лиге? Один из трех пиков, фуд-чемпион с общим минимальным рейтингом, хер пойми каким. Просто общмин, точка. Гениальный e-sports. Ладно, давайте, первый пик открою без всякой машины. Просто смотрю и надеюсь увидеть Эдерсона. Эдерсон, блять, как я тебя ждал, голкипер. Дай обниму. А со вторым пиком я решил немного оттянуть интригу, так скажем. Не хочу сразу расстраиваться. Так, это кто по фотографии? Это голкипер. Нет, это Дэвис. Блять, а Дэвис-то у меня уже есть. Сука, ну хорошая карта, но она у меня есть. И что мне делать? 90, бразилец. Блять, Кисиньо, твою мать. Ну, я, наверное, возьму Кисиньо. Тут хоть как-то минимальски эта карточка выглядит интересно. 5 звезд на слабо, 4 на финтиках. В принципе, статы сами все прикольные. Может, даже где-нибудь и заиграю. Ну, в общем-то, вот такой вот бразильский двойной пик из моих наград за викинг-лигу. Ну что ж, друзья, а на этом подходит к концу мой видосик. Если он вам понравился, то
welcome в комментарии, черканите что-нибудь, оставьте лайкусик и, собственно, всем хорошего настроения. Чао, какао.